Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, наш юный зритель! Театральный коллектив «Эмарт» приветствует тебя в зале Черноморского районного дома культуры. И сегодня он представляет тебе спектакль «Колобок». Смотри внимательно, слушай и смотри. Он не спел и убежал. Хватит, Зайка, грустить.
Я хочу вам предложить поскорее танцевать и о грусти Привет! Съем тебя я на обед! Хватит этих разногласий! Мне не нужно кота Васи! Может, мы с тобой станцуем и спокойно все обсудим? Танцевать-то я люблю! Быстро в танцы накружу! Лисичка, что ты бродишь тут, сестричка? На диету утром села, вот и время пролетело. Тут я ягодки ищу, подкрепиться так хочу. А ведь ты такой весь сытный, ароматный, аппетитный. Я, пожалуй, съем тебя.
А на диету с завтрашнего дня. Ты не ешь меня, лисичка. Я тебе песенку спою, про диету я твою. Для диеты не гожусь, закручусь, я заверчусь. Я от всех убежал, и никто так не догнал. Ах, какая славная песенка! Да вот я плохо слышать стала. Ах, куда же ты пропал? Неужели убежал? Что ж, пойду по грибы. Такой. Больше я сбегать не буду, ни о ком я не забуду. Будем вместе дружно жить, дружно!